Приветище, это Питер Паркерович, и я теперь бомж. Потому что меня выселили. Выселили из моей квартиры, которую я арендовал, и выкинули оттуда все мои вещи, в том числе и флешку, очень важную для меня. И теперь я нашел это место, куда мусорка приехала. И мне нужно копаться в мусоре, чтобы найти эту флешку. Надеюсь на то, что я ее найду. Это очень важно. Вот этот мусорный пункт. Вот она, мусорка стоит. Отлично, я прибыл. Взламываем. Разумеется, заперто. А вдруг кто придет воровать мусор? Может, есть другой вход? Где же? Подожди, через крышу, логично же, да, через крышу? По-любому через крышу можно. Через вентиляцию, там еще как-нибудь. Я просканирую вообще все это дело. Вон, да, через вентиляцию. Человек-паук, как и другие пауки, проникает всегда в помещение через вентиляцию. Ну и через щелочки какие-нибудь другие. Это ведь не считается взломом, если я ничего не сломал, да? Ну я даже не знаю, если ты будешь воровать чужой мусор. Так, без паники. Может быть, они еще не выгрузили мусор. Сейчас узнаем. Кажется, мусор они не выгрузили. Давай залази. Нифига. Так, пора паниковать. Че, выгрузили, значит, мусор, да? Эмпайр, отдел благоустройства, Эдди. Извините, а этот грузовик может быть сейчас не в гараже? Может, наверное. Тогда где-то в западном Чайна-тауне. Отлично, тогда я туда. Так, а еще как мне выбраться-то? Опять через вентиляцию? Ой, блин. Запрыгивай давай, чучмек. О. Как вошел, так и вышел. Кстати, я вспомнил. Перед выгрузкой ребята иногда заезжают в пиццерию. Да? Я проверю местные пиццерии. А куда они обычно заходят? В какую-то небольшую семейную. У Джерри? Нет, это на севере. Я про старую Джерри. А, да. Нет, там вроде кто-то на Л. У Ларри? Не, она на востоке. А, у Лео? У Лео. Да? Стоп, кажется, это те машины. Спасибо, Эдди. Да ну, надеюсь, ваша вещь найдется. Мусоровозы должны быть где-то здесь. Вот какой-то стоит. А там что за тачки такие? Смотри, две штуки. Я такие ни разу не видел. Че, покопаемся? О, пицца. Нет, тут ее нет. Блин. Здесь должен быть еще один мусоровоз. Вон какие-то поехали, но это не мусоровозки, это убирающие территорию. Дорогу. Флешку не нашел, а новый аромат, да. Тут прохожие такие, эй, паучок, что Эдди, ты делаешь? На вас вся надежда. Там тоже нет, да? Вы уверены, что они где-то здесь? Наверное, маршруты изменили из-за предстоящего митинга Осборна. Если твой пикап на 35-й, его как раз сжигают. В смысле в печь? У Манхэттенского моста. Поспешите. Блин, срочно туда. Хорошо, что у меня хоть этот, я не знаю, как его зовут. Ну, короче, оператор мусорки, он мне помогает. Без него я бы точно не управился. Он такой вежливый, и прям видно, что он хочет мне помочь. Как будто знает, что я супергерой. Так. Я уже здесь. Это Чайна-тауна какая-то. Чайна-тауна. А где-то тут сжигают мусор, наверное. Мусоросжигатель. Надеюсь, я не опоздал. Ого, вот он. Завод этот. О, кажется, дело плохо. На помощь! Надо было сначала окликнуть. Оп, оп. Получай. И ты тоже получай. О, грамотно его. А тот чувак еще живенький, что ли? Ой, нормально я ему. Ты жив? Спасибо, Человек-паук. Ты как? Спасибо, нормально. Эта банда уже пару дней держит весь район в страхе. Думаю, впереди их еще больше. Я буду начеку. Слушай, ты не против, если я поищу личные вещи? Конечно. Мне надо составить отчет о происшествии. Надеюсь, это та мусорка. А, пустая. Так, подожди. А, вот, вот мусор же лежит. Ну, давай ковыряться, чё. Там что-то есть. Уберу эти мешки в сторону. Но... Вот чем они тебе мешают? Просто берешь и копаешь. А, ты еще и мусорку рвешь, да? Кажется, здесь. О, моя сумка. Только...
Однако, будь тут, будь тут. Ты видел, там шапка Человека-паука была? Есть! Маска, точно. Фух, надеюсь, не сломалась. Интересно, что подумал арендатель, когда выкидывал его вещи с маской Человека-паука? Фух, кажется, все на месте. А это что? Мой старый прототип. Выглядит круто. И почему я его не закончил? Кажется, его можно доделать. Теперь вы можете изготавливать паутинную бомбу. Ну-ка посмотрим, как она выглядит. Ух ты, классная штука. Это как моя ульта почти, только она дистанционная. Классно. Изучим, конечно же, изучим. И будем применять, наверное. Мне еще осталось два гаджета открыть, и, в принципе, я все изучил. А еще у меня есть новенький костюмчик, давай посмотрим. Многие просили, чтобы я сменил костюм пакета, потому что он их не очень удовлетворяет. Говорит, что это за Человек-паук? А мне нравится, прикольный, нестандартный. Значит, у меня есть возможность открыть костюм вот такой. Паучья броня. Она дает пуленепробиваемость. Бронепластины с магнитной поляризацией, дающие временную защиту от любых пуль. Классная штука, классная способность. И костюм «Тайная война». Усиленный электромагнитный импульс, оглушающий врагов и выводящий их оружие из строя. Ясно? Костюм Старка. Да. Классный костюм. И тут у нас есть братишка-паучишка. Призыв союзника, сражающийся на вашей стороне в течение ограниченного времени. Ну, у меня, кстати, гаджеты есть, которые тоже призывают братишек-паутишек. И вот новый костюмчик. Вау, неоново-белый какой-то. Костюм-негатив. Синхронизация наносети для генерации сокрушительной волны негативной энергии. Короче, я хочу вот эту пуленепробиваемость взять и побегать в этом костюмчике. Конечно же, у меня способность... Я думал, что это будет пассивная способность, но нет, это ульта. Поэтому я ее сменю, знаешь, на что? На звук тишины. Я тем более такой темный, как пантера. Вот так! Смотри, парень решил, что он Человек-паук. Стреляй! Где мой гаджет новенький? Давай-ка используем его. Затестим заодно. Уходим! Вау! Круто! Мне нравится. Давай, поехали добивать их всех. Готов? Ты куда пошел? Ну а ты как думал? Я же Человек-паук. Минус один. Минус два. Ну чё, корешок? Получай. Блин, нет, только не эту. Она, кстати, не взрывается. Она там висит, но не взрывается. О, ты побежал, да? Я хочу поменять. А что, он сдох? Так, ну ладно. Вечер пошел немного не по плану. Где мне сегодня ночевать? Может, у МДЖ? Че, погнали к МДЖ? Раз такие дела. Так, и как мне напроситься к МДЖ на ночевку? Что если... Привет, МДЖ, это Питер. Могу я у тебя Нет, надо проще. МДЖ, я тут как раз гулял поблизости и... Фальшиво. МДЖ, раз уж мы снова общаемся, я тут подумал... Так, нет, я не настолько жалок... И чего я так заморачиваюсь? Неправда, просто пришел. Мы просто друзья, да? Друзья часто заваливаются друг к другу на ночлег. Это совсем не странно. Посплю на диване. На диване, МДЖ. О чем я думаю? На что ты смотришь? Не на тебя, точно. Я пришел к МДЖ. Уведомление. Похоже, статью МДЖ напечатали. Переночую где-нибудь еще. Она наверняка занята на работе. Да ты че, ё-моё, нормальный был повод зарубиться к ней. Был бы Гарри в городе, завалился бы к нему. Эх, и че? К бомжам на мусорку обратно? Мне оставили голосовое сообщение, но номер скрыт. Привет, паук. Давно не виделись. Соскучился? Приходи по адресу. Поймай, если сможешь. Я узнал этот голос. Кто это? Я не узнал. Только не говори, что это женщина-кошка или как ее там. В общем, сейчас все выясним, кто там.
Что за подружка у меня? Там еще одна была. Привет, Паук. Все чаще вспоминаю о тебе. Нам было хорошо вместе, правда? Может, вновь разжечь эту страсть? Черная кошка. Неужели она вышла на поиски добычи? Она же обещала начать новую жизнь. Но я тоже в черном, если что. Черный человечек-паучок. Что ей тут приглянулось? Может, вот это? Что вызывает подозрение? Блин. Я вроде все смотрел. Она хочет, чтобы я что-то нашел. Но что? О! Ну-ка, давай, увеличим. Вот. Один из ее котов. Она встраивает в них усилители сигнала для перехвата радиочастот. Пусть Юрий заберет его. Ну ок, хватит фоткать. Фелиция слишком умна, чтобы так рисковать собой. Должна быть какая-то причина. Стоит быть начеку. Разгадывай загадки черной кошки, чтобы раскрыть секреты таинственной леди. Вот, помимо всяких других значков, мне еще и загадки черной кошки собирать. Мяу, приз получен. Привет, Юрий! А костюм и снаряжение черной кошки все еще под замком, да? Наверное. А что, она вернулась? Похоже. Просто проверь и дай мне знать, на месте ли ее барахло. Хорошо. Че, мы будем вот этих котят собирать, нет? Они такие милые. Но походу нет. Ты что-то поздно, Мэй. Как дела? У нас же сегодня запланирован ужин. А, точно. Прости, я забыл. День был сложный. Нам закрыли финансирование. О, Питер, мне так жаль. А еще меня как бы выселили из квартиры. Что? А тебе есть где ночевать? Вообще-то нет. Совсем. Скажи, а у вас в приюте случайно мест нет? Конечно. Можешь занять диван у меня в кабинете. Спасибо, Мэй. Боже ж, сразу бы к тетушке Мэй обратился. Вообще, в оригинальной версии он у тетушки Мэй и жил. А тут еще и арендует. Но, видимо, подрос, парень подрос. Люди в масках. Так, значит, война между демонами и Фиском набирает обороты. Знаю. Даже Шокер участвует в ней. Выполняет поручения для демонов. Эти ребята не шутят. Может, они хотят заменить Фиска? Не хотелось бы. Надеюсь, они не затевают чего-то похуже. Так, там вон котеечка есть. Сейчас бегаю до нее и потом к МДЖ. Котеечку забрать надо. Тут еще преступность рядышком. Чего там мутите? Эти демоны просто беда. Терроризируют весь город. Давай-ка ультанем. Так. Давай-давай. Парни, деньги можно и проще доставать. И не таким преступным путем. Ой. Моя тишина ульта не сработала. Так как я хотел бы. Ой, какая ульта зачетная вышла. Не-не-не-не-не. Надо вернуться. Вышла. И добивашка по башке. Хе-хе. И тебя тоже к полу. Отлично. Че, добить тебя, нет? Покрутим. Ну, что-то ты не прилип. Давай прилипайся к полу. Все, готово. Демонам понадобилось финансирование. Но где-то здесь кошка должна... О, копы приехали, отлично. Я все сделал за вас, опоздуны. Кошка, где же кошка? Фотик достань, фотик, фотик. Фотик, фотик, фотик. Кошка, скорее всего, где-то наверху, давай-ка наверх. Можно, конечно, просканировать это все. А, подожди, вот-вот-вот, отсюда надо смотреть. Еще камера, наверное, черной кошки. Так, ищем. К другому парню? Надеюсь, да. Но ты должен знать, что я не люблю мерзавцев. Зачем тебе это, Фелиция? Ты же знаешь, что я поймаю тебя. Все. К бабушке Мэй. Ужас, я не спал с самого задержания Фиска. Пора бы мне начать о себе заботиться. И не говори. Моя собака. Я не против. Но всегда на поводке. И никаких псов на... Так, и что, где мне расположиться? Где моя шконка? Выбирай любую. Да, как говорится. Тут шляпа. Где мне упасть-то? Где тетушка Мэй? Без нее, походу, не разобраться. Наверх? Пит?
Я думала, ты уже спишь давно. Не-не-не. Да уж. Меня выселили. Все, значит, мне наверх. Побегу я наверх через столовку. Ух ты, жрачка, может, пожрем? Бери фрукты. Рестораны и продуктовые магазины – отличные партнеры. Всю лишнюю еду доставляют сюда. И просроченную, к тому же. А потом сидишь и дрищишь в толчке. Значит, тетушка Мэй мне сейчас, может, выделит какой-нибудь кабинет, индивидуальное помещение. И будет хорошо. Откуда ты тут в такой час? Эй, я получила работу. Надеюсь, у Мэй удобный диван. Что-то тут посмотреть можно. О, это же я мелкий, прикольно. Дядя Бен. Дедушка Беном. Все, я отдрыхнуть. Хватит мне тут рассматривать все. О, тетушка Мэй, ну спасибо. Спасибо за денежку и за кофе. Я не могу их взять. Можешь и возьмешь. Я все отдам. Скоро. Учись просить о помощи. О, ты так похож на Бена. Спрячь эту паркеровскую гордость и признай, что ты тоже человек. Как и все мы. Мартин. Простите, что помешал. Просто хотел сказать, мне нужно уехать из города. Ты за главную. Ну, мне же не впервой. Долго тебя не будет? Я пока не знаю. Все в порядке? Одно личное дело, которое я давно задумал. Но позаботьтесь об этом месте. Оно представляет мою светлую сторону. Что ж, пожалуй, займусь делом. Так, мне этот Ли что-то не нравится. Когда он сказал про мою... Надеюсь, мистер Ли здоров. Про мою светлую сторону. У него есть и темная сторона. Походу, он бандюган. Алло? Привет, видел статью? Ага. Робби, наверное, в полном восторге. Да, они все говорят. И прикинь, мэр Осборн только что объявил, что сегодня днем вручит офицеру Дэвису награду. Ого. Постой, после этого пройдет митинг Осборн... А, мне все понятно. Ага, нам тоже. Но все равно я рада за офицера Дэвиса и его семью. Я буду там как репортер. Составишь компанию? Да, конечно. Увидимся. И, конечно же, я не вызову такси. А, у меня денег нет. Придется свои паучьи силы применять, чтобы добраться до МЖ. Хотя тетушка мне дала деньги, но эти деньги мне нужны. Блин, так непривычно в этом черном костюме, а еще непривычно, что сегодня день. Ну, в смысле, вообще день, а не сегодня. А то все ночь до ночи. Как унизительно брать деньги, Мэй. Надо бы отправиться в город и попытаться заплатить вперед. Юху! Исследуй город, чтобы улучшить свое снаряжение. Да блин, достали. Я уже столько всего исследовал. Ну, кроме, конечно, лабораторий. Кроме лабораторий. С лабораториями понятно, кошечку мы искали. Есть какие-то помощь Говарду, побочные задания, вот ими и займемся тогда. Раз у меня свободная игра пока что. Тем более, я тут недалеко. Говард, я здесь. Блин, это же голуби. Внимание, террористы в масках открыли огонь. Говард, давно не виделись. Как дела у Пиджи? Грустит немного. Тоскует по братишкам. Для нас обоих это было как гром среди ясного неба. Владельцы здания решили отдать помещение под офисы, и нам пришлось переехать в пир. Печально. Нью-йоркские арендодатели бывают бессердечны. Когда меня выселяли, всех моих птиц выпустили на волю. Вернулся только Пиджи. Я как мог пытался найти остальных, но моя нога, сам понимаешь. Знаешь что, я же здесь бываю. Может, мне поискать их? Короче, я когда за Майлза играл, он тоже помогал Говарду. Он тоже искал голубей, и мне это знакомо. Значит, голубей тоже тут навалом. Ладно, погнали, значит, за этим. Вы это сделаете? О, спасибо. Если чего-нибудь добьетесь, позвоните мне. Да, конечно, уж позвоню. У тебя в помощниках супергерой. Эй, голуби! Эй, Джефф! Поздравляю с сегодняшней церемонией!
Скорее бы это закончилось. Выступать на публике страшнее, чем грузовик полный демонов. Но я звоню не поэтому. А почему? Я узнал, что демоны планируют заявиться на стройку Фиска в центре города. Жена убьет меня, если я сорву церемонию, чтобы погоняться за бандитами, но... Может, дружелюбный сосед-напарник поможет мне? Понял. Я проверю и дам знать, что найду. И еще. Совет насчет публичных выступлений. Представь, что они все в одних трусах. Ну, кроме Осборна. А, лучше забудь. Такой себе совет, конечно. Я здесь. Чуть-чуть пролетел. И снова стройка Осборна. По-моему. Или нет? А, Фиска. Такие в пиджачках, слушай, за рулем. Consolidated Shipping. Я думал, мы сейчас будем преследовать грузовик, но нет. Тут есть поважнее дела. Джефф, я здесь. Что ты видишь? Найти всех и всех убить. Похоже, демоны входят на территорию Фиска. Точно справишься? Справлюсь. Вообще на изи, по-тихому. Я, короче, концентрейшн тишины врубаю. И погнал. Барабаньки. И погнал. Вот, нормальненько. Меня даже никто не услышит. Никто, вообще абсолютно никто. Я очень тихий. Я маленький человечек-паучок. Так, еще один где-то здесь был. Вон он. Выключаем. Кто-то меня впалил. Ну ты уже не жилец, слушай, ты упадешь с высокой высоты. А, он паутины преследует. А, нифига себе. Как хитро. Все, кто падают, их потом паутина какая-то притягивает к столбам и к стенкам. Возможно, я какой-то датчик к ним цепляю. Значит, мне сюда. Вы взяли, что хотели. Так зачем нас убивать? Территория теперь наша. Ни за что. Она моя. Зачем вот так вот прям? Можно же было по-тихому, сверху, по стелсу, по одному их повытягивать. Ты чё, гранату кинул мне? Готов. С этим я разобрался. Неизвестный звонок. Эй, Вилли. Ты. Классный комбез. Стройнит. Не лезь в мои дела. Стой, демоны. Кто у них главный? Спаси моих людей, и может я скажу. Ну вот, еще и Фиску помогать. Спасать одних плохих парней от других плохих парней. Вот этого я не ожидал. Шикарно, да? Ничего и не поняли. Блин, автомат. А ну отдай. Полежи там. С косой опасный чувак был обезврежен. Так, а кто это там на вертолете? Он опасен, вот этот чел? Ой, да, он опасен. Ух ты ж, ё-моё. О, пол обрушился. Я привлек их внимание. Так, знаешь, что я хочу сделать? Так, и наверх. Блин, он меня спалил. Негодяй. Мне надо ульту поменять, кстати. Та-ра-та-там. Макдональдс. Что-то жрать захотелось. Чуваки, вы жрать не хотите? А, простите, Макдональдса же больше нет. О, граната. Спасибо. Вы как раз в щитах. Один и второй. Есть. А ты кто? А, ты рабочий. Ты рабочий, ясно. Лучше полетаю снаружи, поищу людей Фиска. Так вроде бы как их и ищем. Вон на ту сторону мне надо. Опля, приветики. Я никуда не пойду. Стоять. Это я выкину в тебя же. Готов. Так, я хотел поменять... О, костюм еще какой-то новый появился. Подождите. Изолированный костюм. Ничего себе, он такой на мышцах. Шоковый удар. Конденсаторы высокой емкости, соединенные с перчатками костюма и поражающие врагов током.
то есть я буду бить очень больно. Но я здесь не для этого, я здесь для того, чтобы сменить свою ульту вот обратно на паутинный цветок. Все. Ну и костюмчик, ладно, давай костюм сменим тогда уж. На костюм последнего Человека-паука из фильма. Вот этот вот, вроде бы как, похож. Значит, так пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько у вас здесь? Нет, ты не успеешь. Где там мои, кстати, снаряды паутины? Во, они мне пригодятся сейчас. Готов? Размотал. И тот тоже в паутине, дружочек. Еее. Все по красоте. Так, кто-то тут еще, да? Есть. Надо переключиться обратно на паутину и... Ничего себе, как я его подкинул-то. Резво. Все, с этим я разобрался. Ждите полицию. Вертолет, где-то вертолет. И это не очень хорошо. То, что тут вертолет. Тогда бежим повыше, че уж. Опа. Здорово, ребят. Вы меня видели? По одному подтягиваем. Чтоб никто нас не слышал, не видел. Очень хорошо. А вот теперь нас запалили, кажется. Я вот этот пакетик возьму. Никто не против? Вау! Финты так и обожаю их делать. Повыпендриваться в драке, но это просто святое. Что ты там? Сдох, живой? В кого это я пострелял? О, здорово. Полетаешь со мной. Тебя-то я не ждал, Вертик. Вот это кабан. И у тебя электрические руки. Эй, здоровяк. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо руки, короче, ему. Надо руки, я понял. Ударные волны, которые вызывают громилы, демонов, что-то там. Если я тебя в паутину. По-моему, неплохо выходит. Добивашка. Но друг, я думал, ты громилу добьешь. Уходим. В паутину, быстрее его. А ты к стенке давай. Че, громила все, да, вроде бы? С громилой разобрались. О, привет. И пока. Куда ты? Стой, с тобой еще не разобрались. Есть. Еще две точки осталось. Еще две точки. Думаете, Фиск не найдет вас, да вы уже трупы! Понятно, это Фиска, товарищи. Фиск вас убьет! Прикончит вас! Че, разберемся с вами, да? Отлично. Ну чё, стреляете? Ловите гранату. Есть. Теперь осталось его только толкнуть. Ой, меня столкнули. Оху, вот этот я упал. Блин, чуть-чуть осталось его толкнуть. Лови. Ох, нифига себе ты вылетел. И тебя тоже. А, снаряды кончились. Блин. Ладно, давай его к стенке тогда. У меня всего два снаряда, которые прям бьют так очень мощно. Надо прокачать их. Че, где-то там еще, да, внизу? Внизу или вверху? Выше? Наверх. Опаньки! И вон там еще чудик. И там чудик. А, попал в меня. У меня патроны кончились. Паутинные патроны. А где второй тут? Порядок тут. Все? Да, спасибо. Фиск, твои люди в безопасности. Говори, кто управляет демонами? Может, он там, а может и нет. Проверь крышу. Как же я скучаю по загадочным разговорам Фиска. Может быть, он там, а может и нет. Прям как Танос. Он убил его. Лысая башка, я тебя запомнил.
А, ну конечно, базука. Ой-ой-ой. Вот это жопа. Они сейчас полгорода так разнесут. Лови экран. Чтоб тебя. Воу. Вот это задница вообще. Как он будет сейчас из нее выпутываться, я даже не представляю. Так. Давай, давай. Ну, вроде как-то. Но все равно жопа какая-то. Это правда случилось? Да. Теперь за вертолетом. Тут поступают сообщения о вертолете с чугунным шаром. Ага, ситуация с демонами усложнилась. Держись, Юрий, я иду. Я разберусь. Тут еще голубей сколько летает. Надеюсь, там это нет голубей того другана, которому я обещал помочь с ними. Ох, блин, догнать бы тебя поскорее. Давай, 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 давай. Они еще и ракеты пуляют. Смотри. Ракеты! Хопа. Там, кажется, вышка стояла. Этот вертолет ломает город. Я знаю. Его надо посадить. Знаю. Может, наш супергерой поторопится? Да я и так тороплюсь. Он торопится, Юрий. Закончу, свяжусь. Она еще возмущается, блин. Может, поторопишься? Делаю все, что могу. Отстань от меня. Я не могу его догнать. Блинский. Ой-ой-ой-ой-ой. Вывеску снесли. Может, снаряд бомбануть в них? Это мой шанс. Давай. Повезло, что людей не было в этом офисе. Странно, что и здесь нет. Надеюсь, я успею об этом пожалеть. Ох, елки-палки. Паучок, тебе очень фартит, что тут нет людей. Это очень подозрительно, конечно, но... Может, сегодня выходной? Эй, вы летите в Нью-Йорк? Че, бомбить? Ломаем вертолет. Ух, нифига себе, он пробивает. Мне придется просить вас посадить вертолет, сэр! Надо вырубить двигатели вертолета. Сейчас вырубим. Блин, надо только от него вот подальше. О, пойдет. Оторвали крышку. Минус один движок. Теперь второй. Давай в другую сторону. Ну что ты? Блин, давай перелази, ё-моё. Вот так вот. Так это и есть ваш план? Заменить Фиска? Фиск, это только начало. Нужен план. Срочно нужен план. Есть план. Наверное, это план. Жесть. Ни в одну тачку не попал. Давай, Пит, ты сможешь. Ты сможешь, сможешь, сможешь. Если бы передо мной такое случилось, я бы обосрался. Пит, не подведи. Готово. Ну, красавчик, красавчик. Правда, полгорода все равно разнес. Маски просто чума. Где вы их берете? Ой, старый! Класс, спасибо! А у них есть веб-сайт? Есть! Упс! Он сказал, есть?
Эй, Юрий, я поймал негодяев, но... Что «но»? Лучше захвати с собой лестницу. Эй, Майлз! Ха, фанат! Это же Майлз! О, черт, я опоздал. Ты идешь? Нет, мне пора в ратушу на папину церемонию. А, да. Передай ему привет. В комментариях, кстати, писали, что вот этот коп, который мне помогал в прошлый раз, это его батя. Сейчас выясним. Точно, наверняка. А, блин, я думал, я сейчас за Майлза чуть-чуть поиграю. МДЖ, церемония уже началась? Нет, все еще готовится. А ты где? Застрял на работе. Скоро буду. Ну что? По-моему, вообще круто. Крутотенечка прям. Серия «Огонь» выходит. Нужно теперь на церемонию бежать. Я надеюсь, что церемония пройдет тихо. Вот выход на сцену. Мы будем напротив. Похоже, там целая толпа народу. Ты справишься, милый. В последний раз я держал речь старшеклассникам. Мисс Стейнберг влепила мне тройку. Вот бы мисс Стейнберг была здесь сейчас. Пап, все получится. Ты же спас Человека-паука, что автоматически делает тебя супергероем. Супергероем? Нет, просто я тот, кто не сдается. Идем, милый. Добро пожаловать. Прежде чем передать слово мэру Осборну, я бы хотел кое-что сказать. Нью-Йорку очень повезло, ну? Что здесь живут... Я думаю, война банд наконец закончилась. А теперь... Что? Совсем-совсем? Конечно, еще осталось несколько вопросов, но... Вопросов? Ну, там был один грузовик, принадлежит компании Consolidated Shipping. Что-то тут не так, но не знаю что. Хм. Может, выберемся потом на кофе? Попробуем выяснить. Да? Что ж, спасибо, Джим. Я бы не смог сказать лучше, но рискну. Мы все знаем, что офицер Дэвис является героем. Но вместо кофе мы могли бы поужинать. Я могу прийти и приготовить. Или же, знаешь... Мы могли бы встретиться на нейтральной территории и поесть нормальную еду, сваренную поварами. За его выдающуюся отвагу, за сохранение жизни граждан, я с радостью награждаю офицера Джефферсона Дэвиса медалью за мужество. Вам звонок, сэр. Я сейчас немного занят, Джим. Сэр, это срочно. Ладно. Мои поздравления. Спасибо, мистер мэр. Это честь для меня и моей семьи. Моей жены Рио и сына Майлза. Без их поддержки я бы ничего не достиг. Да? Я много лет работал ради этого. Кто это? В ближайшие дни твоя компания, твой город и все, что тебе дорого, будут уничтожены. Люди будут молить тебя о помощи, но ты не сможешь их спасти. Послушай, дебил, я получаю такие угрозы дважды на дню. Почему бы не стать смелее и не сказать, чего тебе? Чтобы ты страдал. Ну вот, как обычно. Без происшествий, походу, не обойдется. Это Ли? Это Ли был, что ли? Или похож просто типок? Так, там коп. Коп-друган мой жив.
Это самая важная информация. Майлз! Майлз, ты живой? Майлз, ты живой? А где Паркер вообще? Майлз! Майлз! Питер! Давай. А вот и Паркер. Майлз! Майлз! Держись. Я здесь только. Держись. О, слава богу. Слышишь меня, малыш? Ты меня слышишь, Питер? Если слышишь, сожми мою руку. Жди здесь. А я пойду искать папу. Питер. Питер, очнись. Давай, скажи что-нибудь. Че, походу мы за Майлза сейчас будем играть? Потому что Питер в отключке. Да. Я Майлз, без способностей. Это безумие. Так, мне походу туда. Давай, побежали. Хватит идти, как не знаю что. Ты тут перепрыгнешь? Да, перепрыгнет. Надо же чего-то начинать. Учиться. Вон там. Давай, присаживайся. Ого! Так. Мне кажется, что пареньку здесь... Мам! Мам! Да ладно, как это случилось вообще? Могу дышать. Нет, он не силач. Скорей! Думай! Скользит! Ну ладно, хоть домудрился рычаг придумать. Скорее! Держу! Майлз! Майлз! Ты в порядке? Молодец, парень. В порядке? Да, да, да. А ты в порядке? Нормально, мам. Нормально. Точно все хорошо? Да, я буду в порядке. Все будет в порядке. Все будет хорошо. Ладно, слушай. Я люблю тебя. Мне надо найти папу. Нет. Папа. Майлз, нет. Майлз, нет! Папа здесь. Я его найду. Майлз! Че, сюда запрыгивай? Нифига себе рисковый пацан. Папа жив. Я знаю. Че, ты тут сейчас прыгать будешь? Он был прямо там. Не, ну после такого взрыва, мне кажется, тут как что бы... Что за черт? Батя 100% не выжил. Ух ты ж, ё-моё. Зачем ты спрыгиваешь туда? Это плохая идея. Куда это ты? Что там происходит, я не понимаю. Сюда. Где Человек-паук, ё-моё? Я хочу, чтобы меня Человек-паук спас. Я очкую. Не, ну Майлз, конечно, у него стальные яйца. Тут людей убивают. А он идет прям на вражину прямую. Прям внутрь. Опс. Руль отвалился. Тебе мауди. Как будто Майлза не заметил, да? Так. Как мне здесь лучше сделать? Он отвернулся? Ага. Там вон чувак сидит, смотри, его пристрелят, нет? Пока не могу. Чё-то к нему тип с мечом подошел и как бы ничего. Момент настал. Чё они его окружили? Ой, кажется, они его грохнули. И как будто меня не заметили, да? Вот прям вот
Это как в фильмах, слушай. Сказка, капец. Можно было, конечно, подождать, когда они отойдут, и потом лезть. Но я поторопился. И все равно меня не заметили. Попрыгиваем. Вот фонариком он меня посветил. Здесь живых нет. Идем. Папа был там. Надо ему помочь. Как мне тут пролезть? Как мне здесь пройти? Я найду тебя. Тихо, тихо. Да ладно, серьезно? Ой, это плохая идея была. Нет, нет, стойте. Нет! Хватит, нам пора. Сейчас. Да ладно, это Ли. Я как чувствовал пятой своей точкой, что это вторая половина Папа. Его я, это он засранец, короче. Папа! О, батьку совсем плохо. Папа! Папа! Папа, нет! Ну, после такого взрыва, там полквартала разнесло, конечно, он не выжил бы. Очнись, пап! Очнись! Очнись! Неделю спустя. Обидно. Только его наградили, и такая засада. Юрий. Мои соболезнования. Мы знакомы? Я Питер Паркер. Я был у ратуши, когда... Слушай, понимаю, ты меня не знаешь, но просто хотел сказать... Я знаю, каково тебе. Ты ведь это хотел сказать, да? Или со временем станет полегче... Или, знаешь, таков замысел Божий. А, прости, я просто пытался... Пытался помочь. Ну да. Я прошу прощения. Не знаю, что мне делать с ним. Нашествие демонов. Приз получен. Да, немножечко грустновато стало. Но, тем не менее... Прости, Джефф. Я занята. Что такое? Вы уже ищете Мартина Ли? Нет, я уже говорила, нельзя преследовать кого-то по указке Человека-паука. Но он же тот, кто вам нужен! Достань мне доказательства и поговорим. Доказательства. Ну да. Привет, это я. Привет. Что ты хотел? Хотел сказать, что я облажался. И тот парень потерял отца. Слушай, я давно тебя знаю. И знаю, что тебе нужно отдохнуть. А что полиция? Они уже подбираются к Ли. Они его даже не ищут. Даже Юрий мне не верит. Значит, мы должны найти его. Я тут немного поискала. Доберись по этому адресу. Мартин Ли в прошлом году скупил акции Центра переработки отходов. Думаешь, он там и прячется? Возможно. Мы знаем, что он не в пир.
если его нет в центре переработки отходов, может, ты найдешь там какую-нибудь зацепку. Ладно, ты молодец, Эмжей. Я дам знать, что найду. Да, вот еще что. Я поболтала с одним детективом о допросах арестованных демонов. По их словам, у Мартина Ли есть сила, цитирую, искажать людей. Искажать? Что это значит? Он пробуждает твою темную сторону, заставляет делать то, чего бы ты не стал делать в обычном состоянии. Хм, звучит как-то чересчур. Сказал человек, который бегает по стенам. Погоня начинается. Блин, да что это за квадратики? Это что, голуби, что ли? Уже второй квадратик, за которым я, походу, не успею. Замечательная тренировка навыков. Блин, нам туда. Да, реально, это голуби. Шлейф знакомый, как в Майлзе. Короче, это Юри. Столько раз по ее указкам я ей помогал, а она мне тупо не верит. Вот она засранка, да? Надо пересмотреть нашу дружбу с ней. Друзья, мне сообщили кое-что об Эдриане Тумсе по прозвищу Стервятник. Оказывается, этот крылатый преступник заболел раком. Его перевели в лазарет. Давай, сейчас поймаю. Платить за которые, без сомнения, будут из городского бюджета. Так вот у меня вопрос. Зачем вообще на плоту есть лазарет? Есть! Это тюрьма для опасных маньяков. Пусть их болезнь... Научные жетоны за голубей? Ну ладно. Я понимаю, это тяжело. В общем, все. На сегодня это все, даже несмотря на то, что там Джей-Джей что-то вещает, а все, закончил. А, грустная, конечно, финалочка, но тем не менее... Мы развяжем этот клубочек, и мы знаем, что Майлз в итоге станет пауком. Но как? Привет, Говард. Секрет. Кажется, я нашел одного из братишек Фиджи. Дымчатый сизый в крапинку только что испачкал мне костюм. Кларенс! Он сущий дьяволенок, но очень милый. Погладь его по головке и укажи в направлении пир. Он найдет дорогу. Не вопрос. Если замечу еще кого, тоже поймаю. Кларенса поймал. Голубь по имени Кларенс. Ладно. В общем, на этой ноте мы закругляемся. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, чтобы не пропустить следующие ролики по этой игре, ну или по другим интересным. Так что увидимся в новом видео. До встречи!